Многие из нас ожидали этого как времени отдыха, когда можно походить на море, обновиться в силах, покушать витамины. И вы знаете, от всего сердца я вам желаю набраться здоровья, подготовиться к тем временам, когда будет холодно и когда солнце будет выходить намного реже, чем сейчас. И сегодня утром я хотел бы поделиться некоторыми местами Писания, которые, я верю, будут ободрением для нас в это время. И начать я бы хотел с Евангелия от Матфея 16 главы, с 13 стиха. Это весьма интересная история, и она очень известная. Тем не менее, я хотел бы обновить ее в нашей памяти. Итак, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, Другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: А вы, за кого почитаете меня? Симон же, Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, Ты Петр. И на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Когда Ишуа жил в этом мире, многие люди, глядя на то, что происходило вокруг него, на те чудеса и знамения, которые он творил, они задавали вполне законный вопрос. Кто это? Является ли Ишуа Мессией? И именно об этом Ишуа спросил своих учеников, за кого почитают меня люди? Петр дает исчерпывающий ответ. Ты Христос, ты Мессия, Сын Бога живого. И Иешуа подтверждает и говорит, да, действительно, и не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. И далее он говорит очень интересную фразу. Я говорю, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. Вы знаете, этот стих очень по-разному толкуют. Прежде всего говорят о том, что Иешуа говорит о том, что я есть камень, на этом камне я создам э, церковь, которую не смогут одолеть врата Ада. И многие из нас представляют врата Ада как некое полчище, которое противостоит нечто сатанинское, такое, знаете, заговор тьмы, заговор сатаны, заговор бесов, которые противостоят против церкви, но врата ада не смогут ее одолеть. Врата ада. Такое интересное слово. Что это за врата? Являются ли эти врата какой-то силой? Кто представляет эти врата? И если мы посмотрим на оригинальное значение этого стиха, мы можем увидеть нечто интересное. Мы знаем, что слово церковь имеет э, такое значение, как собрание, «экклесия». И очень часто, когда мы смотрим в Писании на такое понятие, как врата ада, мы видим, что они имеют также значение врата смерти или место, где все заканчивается в жизни человека. Иными словами, мы можем немножко перефразировать это место, и я думаю, что нам станет понятно то, о чем здесь говорится. «Я говорю тебе, ты Петр, или маленький камешек, на всем камне, который есть Ишуа, я создам церковь мою Эклесию и врата Ада, или иными словами, врата смерти не смогут ее одолеть. Вы знаете, друзья, это пророчество исполнилось. Маленькая церковь, которая началась, маленькая община Божья, маленькое тело, маленькие отголоски Царства Божия начали разрастаться. И на сегодняшний момент мы видим, что смерть не побеждает церковь. Смерть не имеет силы над теми, кто был возрожден через Иешуа Мессии. И здесь очень уместно вспомнить 22-й псалом. Очень часто мы цитируем этот псалом, когда нам сложно, когда мы проходим какие-то такие тяжелые моменты нашей жизни. И в 22-м псалме написано следующее. Давайте обновим его в нашей памяти. Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Если я пойду долиной смертной тени, Речь о смерти, о том переходе, который ждет каждого человека. И для тех людей, которые знают Ишуа, для тех людей, для которых Ишуа является пастырем, этот переход — это не страшное нечто, после которого будет суд, будет поражение, будет боль и плач. Но мы Принимая Ишуа, мы, находясь в его теле, находясь в его церкви, выходим к этим злачным пажитям, на которых он нас кормит, кормит, на которых он заботится о каждом из нас. Поэтому, друзья, я хочу ободрить каждого из вас, и всегда, чтобы вы помнили, что Ишуа является победителем смерти, Ишуа является победителем греха. Он ваш пастырь. Он держит вас за правую руку, и смерть не имеет власти над вами, потому что вы перешли от смерти в жизнь. Пускай Господь вас благословит, когда вы идете в этом мире радоваться, торжествовать, ибо Он держит вас за руку. И я хотел бы с вами сейчас кратко также об этом помолиться. Святой Господь, я прошу Твоей милости для каждого человека, кто смотрит сейчас эту передачу. Я прошу о том, чтобы Ты благословил, благословил мудростью, благословил пониманием, благословил радость, Боже, научи нас радоваться каждый день. И даже если сложности встречаются в нашей жизни, помоги нам помнить, что Ты победил смерть, Ты победил эти врата ада, через которые нам не страшно пройти, потому что смерть не имеет над нами власти потому что Господь Ишуа избавил нас от власти тьмы и ввел нас в реальность Царства возлюбленного Сына. Да благословит вас Господь, сохранит, утешит и пребудет с вами во все дни вашей жизни. С миром Божьим. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.